Всем привет! Краткий видеообзор. Наручные часы Casio IQ 110W1B. Так, часы в пластиковом корпусе, полимерный ремешок. Задняя крышка из нержавеющей стали. Так, что тут на крышке у нас написано? Сборка произведена в Китае. Батарейку производитель заявляет, что 10 лет может работать без замены. Так, на часах отображается время, и также есть цифровые там экранчики. Подсветки нет в этих часах, есть только светонакопители на стрелках. Так, что у нас тут есть по функциям? Сейчас немножко отсвечивает черный экран. Сейчас опущу. Так, телефонная книжка есть. Мировое время. Будильник. Таймер обратного отчета. Секундомер. Это режим для настройки стрелок. И опять в режим текущего времени попали. Так. Для настройки часов нажимаем кнопочку Adjust. Вот замигали у нас секунды. Кнопкой мод выбираем. DST это переход на зимнее-летнее время. Включаем. Выставляем время. Дату. И опять попадаем в настройку времени. Все. Так, это мы настроили цифровое время. Для выхода опять Adjust нажимаем. Так, теперь чтобы настроить стрелки. Переходим в режим HS. Жмем кнопочку Adjust опять. Вот замигали у нас время. Так, и стрелочки у нас передвигаются правой кнопочкой. Если надо долго мотать, держим правую и верхнюю. Раз. Все. Все, ждем, пока стрелки дойдут до нужного времени, останавливаем и выход из настройки, кнопка Adjust опять. Все, часы настроены. Еще раз внешний вид. Приятных всем покупок. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.